Это может быть я. Я убил его, сэр. Я. Вряд ли. Что произошло? Санитар! Санитар! Скорее! Где пулеметчик? Майор, сержант Ковик здесь, сэр. Вольно, сержант. Да, Ковик, лейтенант мне сказал, не повезло вам. Да, сэр, было скверно. Напоролись на врага? Да, сэр. Хотели поговорить, сержант? Да, сэр. Я доложил капитану, сэр, там были накладки. Крестьяне, они... Я знаю про жителей деревни. Они... эти люди... Это большое несчастье. Враг прикрывался ими. Да, сэр. Они появились ниоткуда. Нам в спину начали стрелять. Мы отходили. А в глаза солнца ничего не разобрать. И что? Тогда и погиб Уилсон, сэр. Да, я знаю про Уилсона. Сэр, он... он был в барьергарде, и я думаю, сэр, что это может быть я. Я убил его, сэр. Я. Вряд ли. Он прыгал сверху, я мало что видел, и я мог срезать его. Да, тяжко. Я недавно был на передовой, иногда не поймешь, в чем дело. Да, сэр. Но думаю, я убил Уилсона. Это не так, Ковик. Но, сэр, я обязан сказать, так, что... Так, отставить! Истерики и паникеры мне здесь не нужны! Да, сэр. Башку оторву, ясно? Да, сэр. Все понял? Да, сэр. Хорошо. Свободен. Thank you.